Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности» проводится в нашем городе уже более 10 лет. И каждый раз организаторы отмечают огромный интерес юных саровчан к проблеме профилактики пожаров. В этом году девизом стал лозунг МЧС России «Предупреждение, спасение, помощь». Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. С 4 февраля первый этап, он проходит в образовательных учреждениях. Это детские сады города Сарова, школы и учреждения дополнительного образования. Номинации конкурса позволяют проявить свои творческие способности и знания всем желающим. Рисунки, аппликации, поделки в различных техниках декоративно-прикладного творчества, а также разработка буклетов, листовок и видеороликов о профилактике пожаров не только дома, но и в общественных местах. В этом году организаторы предлагают подросткам обратить внимание на новую номинацию – «Истории персоналии». В этой номинации мы бы хотели увидеть работы о людях, о саровчанах, которые либо действующие сотрудники, либо ветераны наших пожарных отделений города Сарова. И нам бы хотелось, чтобы ребята познакомились с их историей, с их судьбами и рассказали своим сверстникам. Представленные на конкурс рисунки и поделки должны отражать тему предупреждения пожаров и шалости детей с огнем, деятельность профессиональных пожарных, спасателей и работников ВДПО. Жюри будет оценивать авторские работы по уровню сложности, оригинальности, выразительности и новизны подхода к раскрытию темы. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.